Выпускники физико-технического лицея начали сбор подписей в защиту бывшего директора. Напомню, трудовой договор с руководителем учебного учреждения Людмилой Правдиной был расторгнут без объяснения причин. Теперь бывшие выпускники лицея решили поддержать любимого педагога. В интернете идет активный сбор подписей в ее защиту. В поддержку Людмилы Правдиной уже выступили свыше 200 человек. Одновременно подписи собирают в бумажном варианте обращения, который будет направлен президенту, губернатору области и Министерству образования России.